все хорошо. Не знаю, почему нет. Украина, привет. Не хочу комментировать эту ситуацию. Алёш, как дела? Алина, родители, как будто она такая. Алина. Warum bist du so traurig? Ich weiß es nicht, warum. Сколько тебе лет? Кристина, какая разница? Тиран Адеев. Как раз смотрю эфир с тобой, 2008 год. Лёша, привет, что у вас с Аней произошло? Анина родители. Лёша Кутузова, такое несли в своем эфире про тебя, что ты самый последний человек, то, что ты делаешь, то, что говорят. Да пиздобола они оба. Понимаете, что они, как сказать, ведут себя, знаете почему? Потому что их отношение к детям, как они относятся к детям, как они ненавидят. Я просто им сказал, говорю, я лично сам пойду в опеку и напишу на вас, блядь, заявление, чтобы вас оградили нахуй от детей, потому что, ну что, Саша, я сказал, глядя, блядь, в глаза, я говорю, ты маразматичный психопат, который, блядь, не то что не любит никого, ни себя, вообще никого не любит. Естественно, мое мнение будет неприятно этим людям. Это, ну, не знаю, если вот вы говорите то, что они несли, это правда, да, что они здесь улыбались, в глаза говорили. Я очень жестко отношусь к людям, кто не любит детей. Для меня это, блядь, ну, подонки, которых, ну, которые жить не должны, да. Может быть, я тоже не прав в этом, в своих высказываниях. Но вот мое такое мнение. А это два человека, которые сломанные сами по жизни, не знают, что такое любовь, и не могут дать любовь своим детям. Настолько не уважать своих детей, это нужно, ну, каким человеком быть. Ну, это всего лишь мое мнение. Ты крутой, да. Кран подлый, про Криштина говорил. Не знаю, что там говорил. Ты там собачка Лизы. Выпивают они, Лёх? Да нет, вроде не выпивают. Алло, aus Deutschland, hallo schön. Да вся хрень то была, встречались то один день. Она молодая, сейчас по уши в тебя влюблена. Живи, радуйся от молодой красивой девушки рядом. Вы с Аней вместе. Правильно говоришь, неадекватно родители, что с Аней. Катя, что вы умеете про Украину? Мне нужны дети, да, они себя не контролируют при детях. Всех обособлю. Блядь, ну... А жизнь его еще не раз накажет. Ну вот видите, истинное их лицо. Леша, сколько лет твоему сыну? Будет 8. В баньке сейчас были. Парился. Что он сбежал, не знаю, это. Никогда не хотел побрить бороду. Почему? Можно? Посмотри на тёщу. О, согласна. Почему не могу спросить, сколько лет? Кристина, вам зачем это? Да, Аня изменила мне, да. Да мне вообще похуй, что они про меня говорят, но... Нет, Белая не беременна. А Рустам в Лос-Анджелесе, не знаю, приветик. Добрый вечер, моя дочь вас очень любит. Смотри, Дом 2, передай ей, пожалуйста, привет. Она сейчас смотрит вас. Кузнецова, Алена, привет вам. Привет, дочки ваши. Попросили. Нет, я считаю, что такие люди вообще не должны находиться на проекте.
На этот эфир, когда прошел Макс Собака. Да, мы с Аней пытаемся найти. Квин! Квин! Иди ко мне сюда. Иди ко мне, моя красоточка, иди. Иди сюда. Иди, иди ко мне. Давай. Залази, Квин. Давай. О, ты моя зайка. А, обожает меня в последнее время. Блин. Квин, ты как лошадь. А. Да. Попалась, которая кусалась, С Артуром не буду ничего комментировать. Что-то Украина можно, для ребят, не нужно лучше. Как свадьба Жени и Насти прошла? Отлично. Особенно, когда Барри все мои дети, вы красивы, спасибо. Вот реально за 14 лет ты внешне совершенно не изменился. Только в далеком 2000 году ты каждый день... Да, что у тебя на английском. Счастье тебе, твоим близким, спасибо большое. Не брей бороду, 18, так, тут у всех участников облили грязью. Да, вообще похер. Вы понимаете, что это говорит о том, что, ну, насколько мелкие люди, и это их проблема, это их, как сказать, просто позиция такая по жизни, недовольная. Никогда эти люди не будут счастливы, к сожалению. Где твоя девушка? Не обсирала никогда его Кристина. Я тоже не видел. Ты приезжай в Ташкент. Тоже с собой возьми плов, сделаю классный. Спасибо, Нарги. Леша, когда в Израиль? Блин, с удовольствием бы приехал. Ну, я... Ты в шале? Нет. 41, 42, но 30 от силы дать можно. Нет, ребят, мне побольше. Алексей, привет из Бреста. От Елены и Сергея. До сих пор не можем себе простить, что не попали к тебе навстречу. Сережа, Лен, да все хорошо, ну что? Ничего плохого не говорю. Я тоже не слышу, чтобы Крис про меня что-то плохого говорил. Вот, хорошо, сохранился. Соня, спасибо. Честно, Лен. Блин, ну вы знаете, что это... Блин, я не знаю, короче. Давайте я не буду их комментировать. Детей жалко, мне на них похуй. А вот детей жалко. Грант для меня подлец, да. Больше не буду обсуждать это. Так, молодец, вот сейчас живу в Анталии. Обожаю местечко между Аликанте и Валенсией. Дэнью. Слушайте, я люблю Испанию. Тропик Айленд, говорю, это не Теревеха. Терамитика, короче, мне нравится еще. Квин, да, девочка. У тебя есть комплексы? Да, есть. Из-за члена. Леша, почему развелся с Наташей? А какая вам разница? Так вы с Аней расстались или нет? Что за порода собаки, не знаю. Такие огромные собаки на периметре. Все мои дети, мнение насчет Украины можно. Да, блять, ребят, ну у меня было мнение, я не хочу нервничать, но не раз я его высказывал.
Сводер в машомах, как тусовка подростков. Не знаю, когда в Германию, в сентябре планирую. Я же тебе пишу, Алёша, остыньте. Какой вы добрый. Опять игнор моих сообщений нет. Какие планы на будущее, не скажу. Самые расчетливые. Как у тебя, Саня? Все хорошо. Мне вообще никогда не изменяли, блин, в том-то и дело. Крепкая пара Кутуза. Алёша, это не... В Казань, так, по словам Ульяны, история. Нет, я думаю, Ромашова не скоро идут. Я не могу понять, зачем вы сейчас говорите про политику. Леша, ты Тиграна поддерживаешь? Да, Тигран мне нравится, поддерживаю. Так, после того, что узнал. Приветик с Астрахани, привет, приезжай к нам в Ригу, спасибо. Почему Ромашова не выгоняют? Отдыхать куда поедешь? Не планировал. Не зря Гран сразу разоблачил. Он ты не веришь. Ну вот. Пожалуйста, скажи мне, как ты думаешь, Ваня любит костюмы? Ну, вообще не знаю. Вам привет из Нижнего Новгорода. Привет, Нижний. Самый мудрый. Мне вообще... Меня видно или как видно? Хорошего. Не обижайся, верный крест, душа тебя любит и считает тебя другом. Да я знаю, что она считает меня другом. Кутузов, блядь, это вообще... То, что мне вчера, сегодня рассказывает ситуацию Макс Колесник. Мы когда, ну, были на свадьбе там, да? Он ему говорит, да сейчас Адеев приедет, типа я ему об этом ебало разобью. И говорит, в этот момент ты заходишь, короче, вот. И он такой, ну чё, Лёх, типа, как дела? И Макс говорит, я, говорит, подохерел, короче, ну. Да вообще пофиг. Вы понимаете, для меня важно мнение тех людей, ну, кто близок мне, да. У идиотов я всегда вызывал такую реакцию. Это нормально. Привет из Рязани, Леха, привет, привет. У тебя ПМЖ в Германии, он бы фристет, да, за Сани. Ты изменял? Нет. Так, как пережить смерть близкого человека? Очень сложно. Но все там будем, не переживайте. Обижусь, буду плакать. Нет, не плачьте. Думаешь, по поводу Артура, ты знал, что он игроман? Нет, не знал, а для меня это тоже был сюрприз. Раз привет, а в сентябре надолго уедешь? Не знаю. Ну, блин, давайте, я не хочу загадывать, я не люблю строить такие планы, но... Такая тишина, ты где, когда спать, так... Да, обижена, конечно. Аня где? Нютка где-то здесь ходит. Все мои дети. Почему Иванушка ничего не говорит по поводу своей родины? Мне Юлька Белая снилась. Поздравляю или сочувствую. Мне кажется, я одна зашла почитать твои комменты.
меня что-то против Украины, да, Лёша. Из всех мужиков самый красивый на проекте, его возраст – это большой плюс. Блин, да я считаю, что я охуенно выгляжу. Так что... Нет, я не в шале, просто возле шале. Молоденькая, глупенькая. Вот Гориной спросите, что она узнала. Где Бородулька? На отдыхе. Привет, Нью-Йорк. Так, у тебя Рязань, приветствую. Ты с 2005 года пошел на дом 2, да? Ему 43, они в эфире говорила, ведь 100 раз просили. Слишком запоздало, сообщение приходит у тебя. Белый каждый день? Нет. Стас еще не пришла? Нет. Чем? С этого проекта бизнесом не бросай самой Наньку. Тузова в сыкло. Приветик. Макс, что там ржали? А? Теща выдавала, да? Короче, мы играли в игру «Я», знаешь? Нет. Типа «Я», по очереди ты говоришь. Кто там, типа, не попад или засмеется, то может придумать слово. Я говорил фразу «Я долблю жопу с тропоном без маски». Идешь такая «Я тоже». Ромашки нормально. Кутузу так на проекте самое интересное. Дев белый без пыцаря ушли. Тольятти, привет, Артур. Ушел, да, Дев. У тебя была девушка из Кавказа, не русская. Нет, не было. День, добрый вечер, Алексей, как твои дела? Офигенно, правда, что Морган сделал предложение? Да, спокойной ночи, благодарю вас, куда делись, Пензари? Тур, это правда про игроманию? Да, Давид зовут у тебя, Артур тоже. Вы помирились с Аней? Да. Ты знаешь, что ты красавчик? Ну, возможно. Он ответил на мой вопрос, мать Бигрины. Да я не знаю, но как тебе, Бичан? Никак. Ну, как товарищ. Пара ушла. Подушки, мне пора, давайте. Чё, хотел бы татуировку, да? Аня не поменялась после видео. Господи, больно. Последний момент, он, короче, зашел. Ну, это, конечно, в эфире не покажут. В гардеробную из двух рук его хуярил, короче, Кирюшу бедного. Вот если был бы я отцом, я, блядь, его бы нахуй зарезал. Для меня люди, которые детей обижают, это, блядь, просто, ну, не люди, нахуй. Нацисты, блядь, как с фашистами их сравниваю. Сжигал бы, блядь, в топках, нахуй. Какие новости на поляне? Алина хочет свалить, потому что Клава ее подставила. Она считает, ну не подставила, она знает, Клава знает, что Алине нравится Максим, а Клава подкатывает к нему, короче, кадрица, и сегодня, сейчас вот в бане провела с ним время. А Алинка плакала на кровати там у себя. Дом 2 превратили в блядство. Нет. Надо найти, не знаю, Кутузов даже детей всех привезли. Ташкент, привет, Лёша. Так, алло, свечку уже. Сейчас нравится формат проекта Дом 2. Да. Думаю, что Кристина, она сейчас счастлива. Блин, я не знаю, как... Я не хочу комментировать, чтобы говорить, что счастливо, но время покажет. Скоро выйдет эфир, так только... Молодец, вот детей так вот... Леша, не давай бухать, белый... Здрасте.
задумайтесь, это явно вас касается, только раз 10 прочитайте, чтобы дошло. Так, привет, Мюнич, хороший. Колесник, кто не нужен, он приходит с тебя. Какого числа? Вот позор, наши Рязани, хорошо, они свалили. А с Черном произошло, не знаю. Да нет, это при детях так, 1 августа, понедельник. Я вообще не знаю, короче, для меня это дико. Почему ушли? Мюнхен, привет, привет, я же сказал. Да. Тихо, как в районе. Так, в эфирах последнее время очень видно по белой, что она плохая. Леша, правду скажи, ты ведь имел мнение о Ване, но Крис все равно... Крис... Алексей, приезжай в Сочи отдыхать. С удовольствием. Ну, я дружить могу, ребят. Я не меняю своего мнения и... В общем, как-то так. Мама Клава, спасибо, что отвечаешь на вопрос. Леша, блокируй тех, кто здесь говорит о политике. Хорошо. А ты с кем по видеосвязи? Я ни с кем, с прямой эфир. А у меня прямая связь. Ой, прямая связь. С мамой? Нет. Бабушка? Подружка, она в полотенце, понял? Я думал, бабушка. Ну, похоже. Ну, мама, да ладно, на маму похоже. Мама другая чуть-чуть. Да? Полотенце ты сняла, на маму было похоже. Девушки-близнецы, спасибо за эфир. Ужасно, теперь страшно, что будет с детьми. Я считаю, что ну, органам опеки нужно, но я, наверное, займусь этим вопросом сам. Чтобы они провели проверку, да, взяли психолога для ребенка, для детей. И ну, выяснили все нюансы, потому что Кирилл сказал, Ульяна задала ему вопрос, ты хочешь, чтобы ну, Саша жил с нами? Он говорит, нет, мам, он меня бьет. И ни ведущие, ни ребята уже ну, не могли быть безучастными, потому что такие люди не должны находиться здесь, и ими должны заниматься определенные органы. Мое мнение очень категорично на этот счет и безапелляционно. Леша, это днище. Бедные дети живут, боятся предельно. Новенькая. Новенькая, да. В эфире, как не зайду в инст. Я вообще первый раз сегодня зашел. Мне вообще без разницы. Ну, Лёх, как дела? Ты сейчас с кем вообще? Да, ужасно, конечно. Да. Хочу попить. Аскейт. Аскейт. Нет, не каждый вечер. Здорово, Леха. Самая шикарная девушка была. Спасибо. Почему Кутузы говорят, что он наркоман? Может, они сами хуярят, но не знаю. Не знаю здесь наркоманов. Открыл холодильник и ничего не нашел. Sein ihr mit dann zusammen, ja richtig, wir sind zusammen.
Хотела Лёша придет с Голландии, блядь. Лёша, ради бога, займись этим делом с детьми. Я не живу в России, не могу ничего сделать. Вчера я бы их убила. Да. Да, готово. Ань. Тихо, как в раю. Я себе края. Комната моя. А здесь никого. Я, ребят, займусь. Да, у меня в Рязани есть знакомые, причем такие, ну, достаточно серьезные люди. И завтра я обкашлю с ними этот вопрос касательно Кутузовых и органов опеки, потому что то, что происходит, это, ну, по меньшей мере, ну, плохо, да? Warum bist du so traurig? Ich habe gesagt, meine Freundin hat andere Männer vor einem Monat. Да хуя чести, согласен. О, бля, второй вечер тебе шефа подпеваю. Второй вечер тебе шефа подпеваю. Поднимаешь теперь тему нет. Смотрит. Да Ульяне похуй. Ну, вы что, прекратите. Я просто видел неоднократно, как Ульяна игнорирует, когда этот человек кричит на ее сына, и она просто без внимания это оставляет. Ну, ну, может быть, расскажешь нам вкратце, что вы думаете об их отношениях. Ваше мнение очень важно, потому что мы верим только в тебя, Лёх. Лёш, тебя не смутило видео с Аней? Ну, блин, ну хватит задавать мне этот вопрос. Я не буду отвечать на это. Надеюсь, не... Да, согласен. Да что, видео? Да. Иди сюда. Ань. Иди ко мне. Иди. Лёха, женись на Аньке. Иди сюда, Ань. Греби сюда, давай. Как тебе теща? Вы с ней похожи. Характер. Там мама у меня в курсе бане чудила. Че? Че? Откуда знаешь? Да я слышал гогот этот, но... Откуда ты знаешь? Это, может, не она? Не Макс рассказал. Родня. Лёша, ты куришь? Нет, когда выпью, только курю. Так, покажи Аню. Вот она. Она в синяках? Чего с ним? Может, надо нажимать только... Туда, куда знаешь? Может. А? На глаз? Может и не может.
Нет, он даже своего ребенка не любит, ребят, прекратите. Нетку. Ванну уже не сразу оставила. Ты мне сделала ванную? А ты не видел? А тут мне говорят то, что мама оторвала бутон от этого, от цветов. И сказала, почему там шесть? Кинула. Ну, не оторвала. Почему она сделала? Забрала, что ли? Нет, это расломала. Там шесть было? Там было семь. Семь. Ну, сейчас до сих пор шесть? Нет, семь. Она просто покинула туда. А, нет, она же пошутила. Ах, подожди, там сейчас шесть или семь? Не поняла. Анютка не в духе. Да не понервничают, пусть в себя придут хотя бы, блядь, эгоисты, но... Сегодня в эфире было, это мама оторвала. Так, Ульяна... Маман поугарала просто. Взяла внутрь, сказала... Ох, да. Так, пойду посмотрю. Иди сюда, нет? Нет? Все, ребятки, давайте я пойду. Нельзя пока? Доброй ночи всем. Берегите детей ваших. Да? Маму Аня веселая. Почему синяки я отлупила? Ты добрая душа, спасибо. Доброй ночи, да. Ребятки, завтра еду к врачу с утра. Ну, по делам. Хочу заняться спортом, сдам анализы. Неужели, когда чемодан с бухлом привезли? У Кати с Артуром все плохо, покажи. Пока, Леха, ты супер, добрых снов. Доброй ночи, ребятки. Да, спасибо, что свое время тратите на меня. Вот. Берегите детей ваших. Не будьте эгоистами в отношениях. Берегите отношения свои. Держи обещания. Спасибо. Нет, этим вопросом займусь. Просто, ну, я очень хороший друг и очень плохой враг. Так по жизни было. И я во многом преуспел в своей жизни. Годиков, Аня, 20. Не забуду. Чужих детей не бывает 100%. Лёшка, споки, удачи вам, Санютка, благодарю вас. Сейчас идет. Я не хочу просто сейчас комментировать эту тему, там, про видео, про все остальное. Ну, мне тяжело, да. И для меня это новое что-то в жизни. И, короче, ну, не хочу жертву из себя строить. Просто вот есть так, как есть. Дальше увидеть. Пока, ребята.